Уже традиционный конкурс молодых дизайнеров «Формула моды» в этом году пройдет в обновленном формате. Речь об этом шла в международном пресс-центре МКР Медиа. С 31 мая по 12 июня в Омске впервые пройдет масштабный форум «Омская арт-резиденция». На его подготовку и проведение из бюджета Омского государственного технического университета выделено 2 миллиона рублей. Центральным событием форума станет международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Формула моды» «Восток-Запад», который состоится в Омске уже в 21 раз. В показе ежегодно участвуют более 200 моделей, демонстрируя около 50 дизайнерских коллекций. Омская арт-резиденция объединит также представителей урбанистики, искусства и медиа. В программе мероприятий «Урбан-неделя» «Городская среда», «Арт», «Медиа», конкурс парикмахеров, стилистов, городские трансформации, любительский фестиваль короткометражного кино «Ширина». Что мне нравится во всей этой истории, что это вся история про развитие. Здесь нет того, что мы просто что-то собрали и мы показываем. Здесь каждое мероприятие – это какой-то конкурс, это заявка на будущее. И «Формула моды» в данном случае – это тоже заявка будущих ребят, дизайнеров, которые делают свои коллекции. Омск, он разный, гораздо более интересный, богатый, чем иногда мы сами о нем думаем. И появление этого проекта, мне кажется, это некоторая заявка и на изменение позиционирования региона, не только медийного, но и бизнес-позиционирования.